Привет. Это я, Джей Кей Роулинг. Вы знаете меня как автора серии книг, что вдохновили эротику по Гарри Поттеру, и как писательницу призрака автобиографии Тайлера Окли. Но сегодня я расскажу вам другую сказку. И она о спойлерах. Флэшбэк. 2005 год. Скоро выйдет моя шестая книга. Детишки взволнованы. Родители запутаны. И хайп набирает обороты. Но популярность серии также имеет некоторые нежелательные последствия. Она породила четыре гнусные группы. Дома, если хотите. Первый дом — бутлегеры. Они наживались на поддельном мерче по мотивам книги. В том числе и на поддельных книгах. Второй дом — игроки. Тысячи индивидов, что ставили тысячи долларов на повороты сюжета. Кто погибнет следующим? С кем будет встречаться Гарри? И третья группа — воры. Один из них украл раннюю версию книги и пытался продать ее газете The Sun за 50 тысяч евро. Все становилось серьезным. Тогда издатели начали накручивать безопасность. Они поставили GPS-маячки на все поддоны. Охранники патрулировали 24/7. И лишь очень маленькая группа людей могла прикоснуться к книге. Но, несмотря на все усилия, произошла утечка. И это подводит нас к четвертой группе — спойлерастам. Они не желали денег. Все, что они хотели, — это изгадить веселье. Возможно, вы слышали эти три магических слова. Снейп убивает Дамблдора. Вначале спойлер появился на парочке мелких форумах, но вскоре он начал распространяться везде, а затем перешел из онлайна в реальную жизнь. Подростки начали садиться за руль мамкиных минивэнов и ездить к книжным магазинам, где очереди желающих купить принца полукровку были растянуты по всему кварталу. Снейп убивает Дамблдора! Ну нет! Эй! Снейп убивает Дамблдора! Нет! Ты сука! Но это было еще не все. Они начали печатать надписи на футболках, постерах. Даже автоэнтузиасты начали присоединяться к движу. Ну, вы поняли, спойлеры. Но самый сильный удар пришелся на священные Поттер-форумы. Люди делали аккаунты направо и налево, и затем постили спойлер в каждую тему. Я не могла на это смотреть. Но на горизонте маячило еще большее событие. Последняя книга серии. И в ней могли бы быть... самые громкие спойлеры. По-быстрому перемотаем до 2007-го, все становится еще хуже. Теперь появилась пятая группа, журналисты, которые копались в моем мусоре в поисках клочка бумаги от черновиков. Мы начали относиться к этому очень серьезно. Еще больше GPS-маячков, еще больше охраны. Мы написали ложные концовки. Мы даже привлекли GCHQ, чтобы те произвели разведку на те первые три группы. Мы сделали все, что могли сделать с предыдущей книгой. И все же... ритейлер deepdiscount.com отправил чертову вещь на полки магазинов на неделю раньше срока. А спойлерасты были готовы и организованы еще сильнее, чем раньше. 18 июля. Они нарекли как День Пи. Потому что они не настолько умны. Атаки подверглись берега Соединенных Штатов. Гарри Крестраж! Добби умирает, Тонкс умирает, Грюм умирает, Снейп умирает ради Гарри, потому что он любил маму Гарри, Малфой так-то выживает. Он мертв. Он мертвее некуда. Изгадим кое-кому жизнь. Эй! Народ! Народ! Волан-де-Морт убивает Гарри! Снейп погибает, наслаждайтесь книгой. Также улицы Лондона подверглись атаке. Внимание, покупатели! Волан-де-Морт убивает Снейпа. Снейп умирает ради Гарри! Фред Уизли умирает на 637-й странице. Пошел прочь. Да все подверглось атаке. World of Warcraft, Фуркадия, еще больше футболок, плакаты с жирным шрифтом, еще больше машины, даже дерьмовый тортик. Несколько людей даже сделали большой плакат и вывесили его над автострадой, чтобы подгадить утренним пассажирам. К счастью, их остановила полиция. Но сильнейший удар снова пришелся по священным Поттер-форумам. В пол второго ночи по восточному времени кто-то получил доступ к админке сайта. Этот кто-то написал сообщение со всеми спойлерами в нем. В поле формы «Послать» вел всем и нажал «Отправить».
каждому зарегистрированному на сайте тысячам самых преданных фанатов. Вам письмо. Пришло письмо. И единственное, что могла сделать администрация, это временно закрыть форум. И все это подводит нас к тому, почему я вообще рассказываю об этом. Потому что с самого начала планировалось 8 книг в серии. Но теперь вам никогда не удастся прочитать последнюю главу. «Гарри Поттер и невероятные повороты сюжета, которые меняют все». Потому что вы не можете держать язык за зубами. А теперь прошу извинить, но настало время для чаепития в моем частном лунном замке. Тюдалю. 4, 3, 2, 1. Есть зажигание.